Так, ну что, друзья, куда мы с вами дальше пойдем? Пойдем, наверное, искать самый красивый мотоцикл. Не знаю, получится у нас это или нет. Вот отсюда начинается, можно сказать, экспозиция сегодняшняя. Смотрите, какое количество байков со всех стран бывшего СНГ, Прибалтики, Европы. Кого только здесь нету, ребята. Смотрите, вот, пожалуйста, Российская Федерация. Вот какой красивый байк. Красивое сиденье, такой цвет. Да и не только сиденье, и вообще. Пройдемся сейчас быстренько, сделаем такой, ребята, беглый осмотр. Очень много людей, очень много приходит сюда деток, само собой, посмотреть на это действо. Ох, какой красивый Харлей, ребята, Харлей очень красивый. Ну, даже такая техника присутствует, тоже на двух колесах. То есть сегодня рай для двухколесной техники сегодня. Вот, конечно, как без BMW. Ну и Харлеи, конечно, просто обалденно выглядят, никаких вопросов вообще нету. Не знаю, что я сниму сегодня тут, но что-то сниму. Вот, чувак, наверное, не успел помыть даже. Едут. Приезжают очень из далеких регионов. Honda такая красивая, Goldwing, Kawasaki. Ну, я не знаю, сегодня будут катать еще обычно деток. Деток катают. Не знаю, сегодня будут это делать или нет. Вот какая техника. Так, ну как же это не сфотографироваться верхом на красивом мотоцикле? Да, вот такая детвора. Ну, какой красивый окрас. Извиняюсь за мою неграмотность, даже не знаю, что это Гулливар, что это за марка мотоцикла, сложно сказать. Вот такой вот интересный Харлей, это, я так понимаю, уже что-то из новых, как мне кажется. Ну и вот эти, конечно, нравятся мне, вот эти Хонды, у которых много хрома. Ну, очень много красивой техники. Ах, красавцы какие, Харлеи. Ни одного одинакового мотоцикла я здесь не вижу. Наши ребята белорусы. О, блин, все, YouTube забанит, 18+ будет. Жена выгонит с хаты. Да, вот это, конечно, косяк. Топ начали с этих замечательных.
замечательных коней. Забираем, они помыты. Я ездить не умею, но я заберу. Толкаем, да? Да. Так и быть, заберу. Девчонки, хорошие эти колготы. Это, рыбу можно ловить. Ладно, с девочками хорошо. С девочками хорошо, но ну, пойдем дальше. Ах, какой звук, ребята. Какой звук у Максима. Чик. И заглушили. Ну, тут уже такие больше спортивные мотобайки. Ява, ребята, смотрите. Вот это раритет уже по сегодняшним дням. Наши брещане, я так понимаю, да? Здрасте, ребята. Здрасте. Ваша Ява? Я вас, наверное, знаю, да? Может, знаете? Просто Дима. Просто Дима, да. А? Дайте свою сводку. Да без проблем. Смотрите, ребята, я так понимаю, или зритель, или подписчик. Откуда вы сами? Ну, тут недалеко, в принципе. Респект подписчикам. Респект, да. Вот это встреча. Какого года Ява? 89. 89-го? Осталось от дедушки или так? Покупал? Куплено? Ну и как? Техника все-таки та старая, надежная, да? Согласен? Ладно, счастливо. Счастливо, приятно было. Удачи, доехать без происшествий, счастливо. Ну вот видите, встретил подписчика. Ну какой импозантный мужчина. Наверное, жарко ему в этом костюме, но ничего не поделаешь. Давай мы будем друг на друга смотреть. А вот смотрите, какие три Хонды. Красивые Хонды. Вопросов нет. Прибалтийские наши друзья с Латвии, я так понимаю. Здравствуйте, с Латвии. Здравствуйте, да, да. С Латвии приехали, да? Ну, двух слова для YouTube-канала моего расскажите. Как доехали? Замечательно доехали. Все супер. Погода, да. Видите, какая вам? Ни холодно, ни жарко. Ну, да. Были мысли, что да. Дождь, но вроде бы больше. И с погодой повезло. С погодой повезло, да. Счастливо вам! Нравится мне обстановка, ребята. Такие позитивные эти байкеры, такие особенно взрослые, уже бородатые, брутальные мужики. Но очень позитивно себя ведут. Вот какой, посмотрите, тоже какой золотой. Смотрите, ребята, походу этого мужика советское потомство появилось. Помните, там такой на советской сидит золотой мужик? А это, наверное, его сын, золотой сын. Хорошо, удачи вам, прикольно. Дукати, ребята, Дукати. Ах, красавец. Какое там колесо заднее, блин. А вот, ребята, смотрите. Минск наш. Могу к
байк. Смотри, какой Сузуки интересный. Ну, не знаю, такой элегантный такой. Элегантный такой, утонченный, я бы даже сказал. Еще одна Ява. Вот смотрите, смотрите Ява, да, и смотрите Honda. Найдите 5 отличий. Ну, я думаю, что на этой Honda 1000 километров проедешь, и ты даже не почувствуешь ничего. А вот на Яве проехать 1000 километров, это уже сложнее, на мой взгляд. Интересная тоже Honda. Kawasaki Ninja. Легенда. Легендарный. Тяжелый рот, все как положено. Вот что-то такое более классическое, на мой взгляд, Silverwing Honda. Ну, я так понимаю, уже такая не очень молодая. Ну, и дымит немножко. Ну, это же белорусский мотоцикл, никуда не денешься. Поддымливает слегка. Поддымливает Минск. Разъезжаются ребята уже. Вот посмотрите, какая Ямаха. Такой боевой такой мотоцикл. Сразу видно. Трехколесный. С таким вот прицепом. Ох, колесо. А вот тоже посмотрите, какая оригинальная раскраска. Ну, очень неожиданная и необычная. Обычно они либо черные, либо зеленые, иногда темно-синие. А это просто радует глаз. Вот еще одна Ява поехала. Колясочка. Все сделано. Вот тоже посмотрите, Honda в каком. Не знаю, что это, раскрас или это пленка, наверное. Все-таки больше пленка. Пленка? Нет. Ручная работа, серьезно? Все вручную было сделано. Просто респект. Вот даже если смотреть, видно, роспись мастера вон идет. Все кисточка рисована. Да, это что-то такое вот, ну, хохлома. Я извиняюсь, а откуда приехали, если не секрет? Откуда? Из Латвии. Вот видите, из Латвии и с хохломой. Вот. Да. Никакой политики, все просто. Абсолютно. Да, вы русские, да? Russian Motoclub. Был в Латвии, в Риге недавно. Такое ощущение, что я из Беларуси не уезжал. В общем, удачи вам. И всего хорошего. А доехали, кстати, как? Нормально вообще? Без проблем, да? Счастливо. Ну вот видите, насколько дружелюбная обстановка, просто все улыбаются. Красивые очень мотоциклы. А вот смотрите, как оригинально выглядит. У него даже комбинезон в цвет мотоцикла. Ну я просто не могу этого не заснять. Прямо этот, Робокоп. О, вообще супер. Kawasaki Ninja, ребята, легендарный, на мой взгляд, мотоцикл. Подожди,
для любителей ездить в позе эмбриона. Пару слов можно, я извиняюсь? Откуда вы? Могилевская область. Могилевская область, отлично. Мы доехали, Могилев как бы не близко. Быстро, хорошо, комфортно, не нарушаем правила. Эти там вспышки там не вспыхивали по дороге? Все в рамках правил. Мотоцикл серьезный. Мотоцикл серьезный, и, да. И люди серьезные на нем ездят. Поэтому, детский сад уже пропал. Ну, удачи, без происшествий добраться до дома, счастливо. Ну вот видите, с Могилева парень приехал, красивый мотоцикл, красивая униформа, ничего не могу сказать. Ну, потихонечку народ уже начинает разъезжаться. Вот поехали эти ребята с хохломой. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Вот девушка, посмотрите. Привет. Смотрите, какая техника. Эстония. О, какой дедушка, посмотрите. А я еще смотрел на этот мотоцикл, думаю, ну такой, явно такой Silverwing Honda. Дедусь там. Блин, конечно, вот эти. Ах, какой Ford F-350. Выхлопная какая, блин. Блин, ребята, сзади колеса как у КамАЗа, блин. Девушек красивых снимем. О, какой-то любитель Майка Тайсона, походу. Да, Тайсон — это машина. Мы тут тоже сегодня резину попалили, походу. Хорошо так прошлись. Так, ну что, друзья, народ уже потихонечку разъезжается. Получаешь заряд положительных эмоций. Молодцы, люди имеют какое-то хобби. Не, это надо определенную смелость, чтобы ездить на двухколесном друге. Не знаю, я уже, наверное, старт для этого. О, какой, смотрите, с песиком. С песиком. И, кстати, на русских номерах, ребята. Неважно, на четырех колесах ты или на двух, все мы люди, так что все должно быть по-людски, что называется. Все, дорогие друзья, на этом я свой репортаж заканчиваю. Не знаю, может, получилось все так сумбурно, но, как говорится, уже как есть, так есть. Поэтому всем большое спасибо за то, что были со мной. Ну и до новых встреч. С вами был просто Дима. Пока, друзья. Audio Jungle.